Борщевик – многолетнее травянистое растение, которое насчитывает более 100 видов. Угрозу для человека главным образом представляет борщевик сосновского. Период его цветения приходится на середину лета. Подмосковные власти активно ведут борьбу с этим опасным растением. Сок цветущего борщевика очень токсичен. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Его пыльца в высокой концентрации может вызывать отек дыхательных путей. Еще одно опасное свойство борщевика – это устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям, а следовательно, вытеснение других растений. По борьбе с борщевиком запустили сервис на портале «Мой АПК». На сайте размещена интерактивная карта, где отображены места борьбы с борщевиком сосновского, включая даты и места проведения работ. Сообщить о произрастании опасного растения можно онлайн. Нужно сделать фото и загрузить в приложение «Добродел». Местоположение будет определено автоматически. После этого на участке проведут необходимую обработку.